подробности о композиции Кони Бергаль Revolution в комментариях под видео. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Первая фраза. Бьем по четвертой струне по пятому ладу средним пальцем. Далее мы бьем по третьей струне по четвертому ладу указательным пальцем. После этого мы бьем большим пальцем в это место правой руки. Далее мы бьем правой рукой сюда. И в этот же момент мы бьем по второй струне по пятому ладу средним пальцем. Далее, не убирая давление, скользим до седьмого лада. После этого мы бьем слэп по пятой, четвертой, третьей струне. Далее мы бьем по пятой струне по третьему ладу указательным пальцем. После этого мы бьем по второй струне по пятому ладу безымянным пальцем. Указательным также удерживаем. И в этот же момент бьем сюда. Далее мы пальцы оставляем. Бьем бочку сюда. И в этот же момент мы бьем по третьей струне по четвертому ладу. Далее мы сдергиваем третью струну. После этого мы играем третью на четвертом. И в этот же момент мы бьем по пятой струне большим пальцем. И указательным пальцем бьем по оставшимся струнам. То есть по четвертой, третьей, второй, первой. Далее мы пальцы удерживаем, бьем по третьей струне по пятому ладу. Далее у нас рука зафиксирована на пятой струне большим пальцем. Поднимаем мы пальцы левой руки и проводим с пятой по первую струну. После этого мы играем шестую на третью. Идем дальше. Указательный палец у нас на шестой струне, на третьем ладу. Правая рука у нас опущена вниз. Мы одновременно бьем сюда. И в этот же момент мы бьем третью струну на четвертом ладу. Далее мы руку поднимаем, бьем бочку. После этого мы средний палец убираем. Указательный также удерживаем, бьем по четвертой струне по пятому ладу. После этого мы указательный безымянный удерживаем, бьем тэппинговый флажолет по четвертой, третьей, второй струне. Далее бьем по третьей струне четвертому ладу средним пальцем. Пальцы также удерживаем правой руки. Далее мы бьем бочку. И можно ударить слэп по шестой струне. Далее мы играем снизу вверх поочередно указательным и средним пальцем. Идем дальше. Бьем бочку. Далее мы играем шестую струну на седьмом ладу мизинцем. После
После этого мы играем пятую на пятом. Также в этот момент мы бьем бочку правой рукой. Далее мы играем четвертую на четвертом указательным пальцем. Идем дальше. Указательный палец удерживаем. Пьем по четвертой струне по пятому ладу. И в этот же момент мы бьем тэппинговый флажолет по двенадцатому ладу. По третьей и второй струне. Далее мы сдергиваем четвертую струну на пятом ладу. Далее мы играем бочку и бьем слэп по шестой струне. После этого мы бьем по пятой струне, по седьмому ладу, мизинцем. Далее мы снова бьем бочку и по шестой струне слэп. Первая фраза с самого начала. Вторая фраза. Бьем по пятой струне по седьмому ладу мизинцем. Далее мы бьем по четвертой струне по пятому ладу. После этого мы бьем по третьей струне по четвертому ладу. Далее мы бьем большим пальцем по пятой струне и в этот же момент выбрасываем указательный палец. Далее бьем по третьей струне по пятому ладу. После этого убираем все пальцы, рука правая зафиксирована, проводим с пятой по первую струну сверху вниз. Далее мы бьем по пятой струне по третьему ладу. После этого мы бьем сюда правой рукой и третью струну на четвертом ладу одновременно. После этого мы бьем четвертую на пятом безымянным пальцем. И в этот же момент бьем бочку. И сдергиваем четвертую струну. Идем дальше. Указательный палец удерживаем на пятой струне, на третьем ладу. Бьем по второй струне средним пальцем по третьему ладу. И в этот же момент мы бьем большим пальцем по пятой струне и выбрасываем указательный палец. Далее пальцы удерживаем, бьем по второй струне по пятому ладу. Далее мы пальцы все убираем, проводим. У нас рука правая зафиксирована в таком положении на пятой струне. Большой палец лежит. Проводим с пятой струны вниз. Далее мы играем вторую, третью, четвертую струну. Можно вторую, третью. Далее бьем бочку. После этого бьем шестую струну на третьем ладу. Далее снова бочку, далее опять шестую на третьем. Далее мы бьем тэппинговый флажолет по второй и третьей струне. После этого снова бьем по шестой струне, по третьему ладу. Палец удерживаем указательный левой руки на шестой струне на третьем ладу. Бьем бочку. Далее играем по струнам по второй, третьей, четвертой.
снизу вверх, указательным и средним. Далее снова бьем бочку. Далее мы играем шестую на седьмом мизинцем. После этого мы играем пятую на пятом средним пальцем. В этот же момент бьем бочку. Далее мы играем четвертую на четвертом указательным пальцем. Далее мы палец указательный удерживаем, бьем по четвертой струне по пятому ладу. И в этот же момент бьем тэппинговый флажолет по третьей и второй струне. И сдергиваем четвертую струну. Далее бьем бочку. После этого мы указательный палец удерживаем на четвертой струне, на четвертом ладу. Играем четвертую. Вторая фраза с самого начала. Первая и вторая фраза вместе. Сегодня все. Не забываем смотреть информацию по поводу разбора данной композиции в комментариях. И также не забываем ставить лайки. Увидимся в следующих видео.